Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов, семья и близкие актрисы собрались возле ее могилы на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память спустя 40 дней со смерти Анастасии Заворотнюк. Траурная панихида со священником началась в 10 утра. На поминки приехала мама актрисы Валентина Борисовна, дочь Анна, сын Майкл, и муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов с 5-летней дочерью. Рядом с могилой актрисы моей прекрасной няни установили черный шатер для гостей. Петр Чернышов помогал расставлять цветы и поддерживал маму актрисы Валентину Борисовну. Петр Чернышов вместе с дочерью ежедневно приходят на Троекуровское кладбище к могиле Анастасии Заворотнюк, принося с собой огромные букеты цветов.